Друзья, приветствую вас. Предлагаю вместе полистать журнал МОД. Лето 86 года. Москва. Мне очень нравилась эта манекенщица. Ну, из всех российских манекенщиц, советских. Это был год, когда вот в моду вошли вот такие вот костюмы, жакеты, в общем, пиджаки с крупным цветочным принтом, длинным вот таким вот длинным воротом, заниженными лацканами. Есть люди, которые помнят. Прохладным летом пиджак Светлана, художник Светлана Кочарова, волшебный лен, подросткам, мода, веселая игра на любой вкус, традиция и современность, модный рисунок, новое в знакомом, необходимые мелочи, на пляж сделайте сами на песчаной косе, умеющим вязать. Ну, типично, 86-й год, я не знаю, фильм «Курьер» когда вышел, вот мода того времени. Брейк-данс входит в моду. Так, это девушка. Ну, классные куртки. Вообще хорошая мода, мне нравится мода того времени. Но, правда, сшито как-то немножечко, ну, как-то нелепо все-таки. Я сторонник того, чтобы ближе к классике держаться. Пусть будут модные штрихи, какие-то необычные пропорции, но пиджак должен оставаться пиджаком. Вот художник Светлана Кочарова. Так, куриная лапка. Тема ацетатный шелк. Ну вот, реализовывала отечественная промышленность. Производила отечественная промышленность какие-то ткани, их надо было реализовывать. Мне кажется, вот иногда домам моделей давали задание разработать серию для того, чтобы ткань куда-то девать. Вот что значит нерыночная экономика. Да, все вот такие модные мотивы, просторные жакеты. Смотрите, какие туфли. То есть модели такие свободные, а туфельки такие к ретро. Ну, ретроградные не то слово, но туфли как бы повернулись к 50-м годам, пошли в сторону 50-х годов. Каблучок стал приближаться к рюмочке и так далее. Так, юбки в складку, пиджаки. Ох, какой у меня был костюм. Чешский, чехословацкий, юбка, вот такой жакет, свободный, юбка гофре, ага. Такая серо-голубая, клеточка, ткань такая буклированная, так, это детская мода, веселая игра, где-то взяли девчонок мулаток, ну, в Москве были мулатки, москвички были мулатки. Свободное платье на любой вкус, все мы отдыхаем по-разному. Это все Кочарова, умеющий вязать. Так, очень мне нравились вот эти решения. Вот эту ткань сплели из чего-то. Так, ну, вот это вот выглядит нелепо, да, такая прическа. Женщина очень возрастная. Так. Умеющим вязать. А как выглядит эта модель? Вот, когда я показывала вам в германском журнале пуловер, не знаю, как назвать, ну, назовем это кофта, из куска ткани в полосочку с вырезами, своеобразными вырезами спереди и сзади. Почтовый ящик. Отвечает на вопросы. Лист выкроек. Описание моделей. Целых два листа выкроек. Надо посмотреть. Вот впервые из этого номера я узнала о существовании кензо. Вот здесь пишется о японском модельере, о японских модельерах. Впервые вот возникает на нашем горизонте имя Кензо Такада. Рэй Кавабуко, Ханае море. Где-то я видела только что Ханае море. Так что Кансай Ямамото, Исей Мияке, Ханае море,
Йоши Ямамото Мацуда Мицухиро. Вот. Описывается, что они необычные, что это новая струя на парижских подиумах среди парижских кутюрье. Так, вот он, крупный цветочный принт, вошедший в моду. Ну, классический горошек, полоска, клеточка и монохром. Полосочка, ну, непростая такая, со всякими нюансами. Так, решение модельеров в галантерейной, ну, я имею в виду обувь, не находили производственной такой широкой массовой реализации. В единичном экземпляре, наверное, только производились на пляж. Красиво нравился. Я, кстати, купила ткань в полосочку, сшила костюм себе. Такое все вот на глаз. Благо, кроить-то особо и нечего было, все прямоугольное. Тоже вот таких тканей не продавалось. Это вот специально изготовили, специально даже расписали, я так думаю. Зато всякие вот эти меня привлекали способы повязывания лифов, такие бандо, как их назвать, на груди. У меня, к сожалению, не было груди. Нет, можно было, конечно, так повязать и пойти, но это значит, вот полосатая. Смотрите, как плохо связано, неровно, некрасиво. Вот такие вот комплекты двоечки хотелось бы, вот именно было в моде, чтобы внизу типа футболки с рукавами, а поверх нее майка с широкими проймами. Классная стрижка у нее. Так, чего я там чего-то не договорила? Вот. В общем, короче, любимый мой 86-й год. Мне очень нравится этот журнал. Так, дальше у нас идет 88-й. Это вот не знаю, какой номер. Два. Ну, чтобы хронологический порядок соблюсти, я не знаю. Может быть, вот. Ну, давайте так все равно с этого начнем. Вы откроете журнал и увидите, что мод, которым называем капризный меч, вполне оправдывает эти определения. Здесь, может быть, можно вычислить, какой журнал. Мод 88. Выходит 6 раз в год. Может быть, по содержанию поймем. Стиль времени, в объективе семья. Любим вязать. Мода в подробностях. Берет, шляпа, челма. Молодежный подиум у нас. Так, новый рисунок на гостях Сибилла. Ой, Сибилла мы с вами смотрели. Контакты, свят моды. Или не знаю, как это по-польски читается. Я всегда читала свят моды. Переводила для себя свет моды. На улицах Парижа, Эмпорио Армани в Москве. Так, что еще тут мне бросилось в глаза. Работаю манекенщицей. Так. Ну вот 88-й год. В этом году родился мой сын. Ну, в это время еще нет, наверное, мой сын родился в ноябре. Если это зимний номер, в чем я сомневаюсь, какой-то он осенний цвета, да? Платье, пальто. Лучше любой визитной карточки. Но, с другой стороны, когда сын родился, мне... Я не помню, чтобы я покупала журналы. Такого что-то я не припоминаю. Тоже цветовые решения классные. Опять куриная лапка. Это абстрактные рисунки, что за ткани. Парад плащей, прохладный вечер, здесь о тканях ничего не сказано. Модели Макеевой. Это дайджест, это не дом модели, да, я думаю, Пьер Карден. Чего тут? В общем, это, короче, не подавляет, чтобы отличаться. Ой, мамочка моя, Денисова, дом моделей. Такие ткани, хотелось нам что-то такое. И некоторые магазины, и некоторые производители, некоторые фабрики что-то такое производили. И можно было покупать в магазинах, даже не импортных, а именно произведено что-то было в Москве. Возможно, стилетто. Вологодское кружево. Вязаные модели. Тоже всякие интересные решения. Хотелось нам такое что-то.
сплошные косы, вечная плетенка написана. Так, всяческие головные уборы. Кстати, было, да, был прямо расцвет головных уборов. Каких только не носили, вошли в моду всяческие береты. И такие могли носить, и вот такие конические. Видите, тут всякие выкройки данные. И вот такие классические. Так, некоторые тонкости тут, значит, учат вязать всяким фишечкам. Описание модели, лист выкроев, модель 7. Снова типа как бы немножко пэтчворк, работа манекенщицы, видите, про старейшую Валентина Ильинична Малахова. Так, абстрактный рисунок, все из одной ткани сшили куртки и пошли по улице. Так, у нас в гостях Зибилла, и вот вам, пожалуйста, Зибилла мы смотрели 86-го года, да, или 85-го. А вот 88-й год. Ну, клево. Все равно клево. Все равно, вот это вот как-то что-то вот такое немецкое, да, такое тирольское, не знаю, ботинки их. Как в каждом номере Бурды. Ну, в каждом, не в каждом, а когда у них Октоберфест, они всегда вот это немецкое платье женское. О, опять Дафокут. Вот широкие пальто, цвет моды. Это польская мода. Леокадия Высоцко-Темпска. На улицах Парижа. Что-то нам про Париж рассказывают. Эмпорио Армани в Москве. Как мы сидим. Статья для женщин. Малыши. Азбука моды. Ряд статей для детей. Так, что здесь учат? Дорогие дети, давным-давно. В общем, там история моды. Храбрая портняшка. Коробка для рукоделия. Секреты клубка. Уроки Мальвины. Детская мода со всякими аппликациями на спине. Домашняя, мамина помощница. Домашняя мода. Возраст обязывает. Вильнюсский дом модели. Посмотрите, со всех собрали, да? Сборная. Нравится, повторите. Кобякова за Ику. Практичная хозяйка. Ну, видимо, из старых тканей, да, собрать. О, старая техника, новый образ. Тут, значит, простегивают вещи, прошивают. Буфы делают, тесьму вставляют вышитую, прошву, ну, шитье вставляют разные. Правда, красного нельзя было купить. Александр Игмонт. Александр Игмонт – это модельер, который я как-то случайно наткнулся на статью в интернете. Он шил костюм для Брежнева, который Брежневу понравился, и он его стройнил, этот костюм. Привет, дорогие друзья! Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы с вами будем смотреть советские журналы мод. И, ну, давайте приступим сразу. Это продолжение серии. Я уже сняла, полистала казахстанские журналы. Москва, второй номер, 88-й год. Это мой сын родился в этом году. Журнал мод, молодежный. Подиум, новые идеи, модели выкройки, всесоюзный фестиваль мод, лето в разгаре, одежда для работы и отдыха. Полные задают вопросы, что? Пандоры из Сокольска. Пандоры, наверное, да? Что имеется в виду? Какие пандоры? Так вот, во втором выпуске вы увидели немецкие журналы ГТРовские. В третьем выпуске прибалтийские, Ригас Модас и Латвия и Силуэт, Таллин, Эстония. Так, здесь нас приветствует художник Алексей Корешков из Киевска, что ли, да?
За талант художника и руководителя. Ладно, не будем долго останавливаться. У меня 17 минут осталось на памяти, в памяти фотографии. Ой, в памяти камеры. Так, главный приз УДМО. УДМО это что? Общесоюз дом моделей, одежды. Кому? Асмёркина. Вот видите, что хорошо здесь пишется автор модели. Ага, снова вот такой вот похожий. Мы в казахстанском журнале видели такое платье. В эстонском журнале видели такое платье. Ну, не прямо такое, но в этом стиле. Так, приз фестиваля. Ой, что-то у нас тут сплошные призеры, фестивали идут. На конкурсе авторских коллекций Республиканский дом модели трикотажных изделий Киева показал работы у художников-модельеров Марии Пашицкой и Ларисы Булдаковой. Обе коллекции вошли в число призеров. Кроме того, Мария Пашицкая стала обладателем приза газеты «Советская культура» за лучший деловой костюм. Ларисе Булдаковой был вручен приз журнала «Крестьянск» за лучшее решение фольклорной темы. Красиво. Ну, не продавалось такое. Хотя в Москве был магазин «Модный трикотаж» на Дмитрия Ульянова, наверное. Там что-то такое можно было приобрести. Так, что приз фестиваля Ларисы Булдаковой. Это вот лучшее решение фольклорной темы. Красиво, красиво, да. Так, дальше что? Городской костюм. Урская Шукаева. Молодым. Какое платье интересное. Так никто не ходил. Хотя нет, в Москве ходили всяко. Могли и так ходить. Если бы, ну, если были патриотами. Если не были патриотами, то кому-то там родители из-за границы, родители, например, дипломаты из-за границы привозили всякие вещи. В объективе «Семья». Вот в то время журнал взял курс поменять формат журнала, и они освещали, брали какую-то семью, писали они статью, демонстрировали на ней модели, ну, как бы старались приблизиться к народу. Хотя экономика не была рыночной, вы могли себе позволить любые эксперименты. Вот. То есть журналы все равно и так раскупались, модели и так тоже были бы востребованы, если бы позволялось их отшивать массово в заводских масштабах, пустить на конвейер. Выкройка дана такой, такого джемпера, жакета. Видите, полоска, коса уходит в плечо. Попробуем похудеть, говорят. И что-то тут нам предлагают. Таблица энерготрат, упражнения. Наверное, смотрите, день 60-й. Похудеть, конечно же, можно. Это, наверное, какой-нибудь знаменитый метод здесь описывается. А? В своем трактате «Галантные дамы» французский писатель 16 века Пьер де Бурте поведал нам следующее, не знаю, правда ли это, но испанцы уверяют, что совершенная по красоте женщина должна иметь 30 к 7 признаков, в том числе три вещи белых, понятно. Из копилки моды брюки гаучо, мы очень хотели брюки гаучо. Юбка-шар. В общем, все эти модели, пожалуй, актуальны и сегодня. Вот так вот можно одеться. Рисовать я так не умела. О, какой пиджак, какие брюки, вот это вот твид, вот не было этого. У нас один парень, Артур Мкрычан, привет тебе, вдруг ты смотришь, передайте ему, кто его увидит. Ходил в таких сногсшибательных брюках. Где он их вязал? Ну, наверное, у этих, у фарцовщиков. Он и сам фарцевал. А наши, в нашем институте люди фарцевали в сотрудничестве с болгарами. Болгары привозили вещи, а фарцовщики их толкали. Кроссовки на липах, костюмы такие спортивные в стиле джогинг. Так, прежде чем кроить, какие-то интересненькие штучки для пляжа. Смотрите, какой купальник, да, вот так вот на веревочке, чашечки. Все очень простенько, действительно. Шорты вот такие с запахами по бокам. Здорово. Это что, опять такая же штука, да? С капюшоном, только на этот раз короткая ветровочка. Шью сама. Юбка, куртка.
Вот, слушайте, в стиле... Ну, я не скажу Шанель, это диоровский, да, скорее. 2 недели в выставочных залах Парижа демонстрировались коллекции ведущих мастеров парижской моды. Показ моды весенне-летнего сезона 87-го года начался несколько раньше обычного. Это был не единственный сюрприз. Главное, в галерее коллекции, вот как писал известный обозреватель французской моды Бернадин Морис, в парижском готовом платье доминирует авангард, пиджаки теряют плечи, в моду возвращаются длинные перчатки и широкополые шляпы. Почти все модельеры предложили на 88-й год мини-платья и мини-юбки. У Унгара, узкие платья с драпировкой на талии, у Бальмена, он, кстати, похоже на Унгара, а это не на Ричи, здесь же написано русским по белому. Так, взгляд со стороны. Что, как вы отнесетесь к моде? Кстати, вот разные знаменитые женщины отвечают на, час, на 11 вопросов. И вот Жанна Агузарова ответила, что, значит, если в моду войдут пред... Короче, если скажут, что завтра это модно, я надену это сегодня. Так, кто еще здесь есть? Вот Елена Сафонова. Я не знаю, кто такая Татьяна Кузовлева, поэтесса. Нина Киселева, главный редактор русского издания журнала «Женщины мира». А это Нина Еремина, это спортивный комментатор. В сентябре прошлого года молодежный подиум. Ну, здесь мода представлена только эскизами. Орской, модели Орской, да? Кстати. Лето в разгаре. Ну, в таком платье можно только фотографироваться. Носить его, особенно у этой девушки, бюста не наблюдается, как и у этой. И у меня, то есть оно не будет на плечах туго сидеть, здесь же явно видно, что оно не сидит на плечах. Так, лето в разгаре, очень, я обожаю такие платья с таким вырезом, с открытыми плечами, потому что на тот момент мне казалось, что у меня кроме плеч, красивых плеч, больше ничего нет красивого, ни в лице, ни в фигуре, нигде. Так, думаем, спорим, обсуждаем. О чем спорим? Стиль одежды послевоенных десятилетий во многом определила молодежная мода, свободно соединяющая приметы реальности с вымыслом. Ага, вот он, ретро. 30-е годы. О чем мы говорили? Зак Клини. Красивое бюстье. Всегда по ним тащилась. Вот почему-то те, у кого нет груди, мечтают ее подчеркнуть. Детская мода, все так же, о чем я вам говорила, обозревая немецкий журнал, крестьянский стиль, да, нижние юбки разного рисунка. На пляже ветер. Азбука моды. Здесь что-то даются разные понятия. Был ярко-красный человек. Здесь надо разворачивать журнал. Причем онучами лапти, свита из сукна. Еще что? Дорогие ребята, на... это главное детям адресовано. Грамотность в мире моды распространяется журналом мод. Здесь даже показано, как вязать. Все цвета клубка. В чем тут еще? Смотрите, можно сшить юбочку такую без шва с запахом. Додова. Смотрите, кукольный сундук с кукольными платьями. А какой они работы. Вы видите, какие здесь? Сундучок с одеждой для куклы-малютки. Франция, конец 19 века. Шляпки. Вот. У меня, кстати, была недавно идея сшить маленькое платье кукольное в качестве того, чтобы... В качестве чего? Чтобы рассчитать, сколько нужно. А, я вот хочу сшить платье от Dolce & Gabbana. Оно очень простое, сплошные оборки. Так вот, сколько заложить в оборки, мне нужно вычислить, чтобы юбка была такой же ширины. Такой многоярусная юбка, трехярусная. Какой длины должен быть каждый ярус? Видите, лайма вайкули. Да, что это? Какой номер-то я же вам не сказала? 6-88 год. Юбки, блузки, выкройки, 20 выкроек. Так, у меня заканчивается.
5 минут остается. Дома в кимоно. Так, поехали дальше. Тамара Макеева. Красиво. И заряд тоже кончается. Кто ее одел? Лайма Вайку. Бесконечно разнообразно. Нет, просто никто ее не одел. Так. Ткань и модель. И вот Всесоюзный дом модели, я могла бы мимо него проходить, Кузнецкий мост. Так. Но не как в фильме «Девушка без адреса», там нельзя было увидеть через окно демонстрацию. Но, по-моему, нет, я не видела, по крайней мере. Смотрите, как красиво, какой отличный драп, твит, вернее, клетчатый, как красиво. Этот мужчина похож на артиста Кокшенова. Наверное, чей-нибудь муж или сын. Так, ну, в смысле, вот из сотрудников на Кузнецком мосту. Брюки на высоком поясе, цельнокроено. Очень актуально. Лайма Вайкуля, ей целая статья посвящена. Здесь с ней интервью. Раймонд Паул. Смотреть на нее из зала одно удовольствие. Это да. Девушка тоже красивая и также накрашена, как в немецком журнале. То есть глаза такие как бы зауженные, вытянутые к вискам и затемнены веки. Сделано такое, веко сделано таким нависающим. Это красиво. Молодежный подиум. Ты или я? Лена Зелинская. Ее черно-белая коллекция. Но такие головные уборы никто не носил, только на подиуме. Приложение журнала «Куда подует ветер моды». Здесь можно было почитать несколько статей. Удобное кимоно, умеющим вязать. Ключ к выкройкам. Все расписано, какие выкройки. Ой, а где лист выкройка? Листа выкройка? Что-то нету. Потерялся, что ли? Такой полукомбинезон или штаны на помочах. Под знаком «Мини». Мини-юбка. Знали бы вы, что тогда называлось мини? Вот такая юбка длиной почти по колено считалась мини. Вот правда, такие под попу, чтобы были мини, таких не было, вообще не рассматривались. Они ушли в далекие 70-е, такие мини. В Риге Беаты, в Риге у Беаты. Смотрите-ка, рижская мода постучалась к нам. И рижские модели, но сфотографированы плохо, не как в Рига с модой, да? Тоже рижские, да? Нет, Удмо, Игмонт. Обергаун, Москва. Трое благожелательных мужчин. Васильев, это писатель, да? Филатов. Сыновский, кто это? Надоел специальный стиль. О, вязание. Ну, как всегда, вот сейчас нынешний журнал мод с таким вот вязанием, без подробной инструкции, то есть схема они не рисовали, описывали, вяжите так, вяжите так. Так и у меня выходит иногда. Я свяжу что-нибудь, пытаюсь снимать видео, а у меня нету инструкции четкой. А ее описывать, это же, особенно если словами, это же ужас. Смотрите, какое. Я тащилась по этому комбинезону лыжный. Так, давным-давно, и тут опять азбука моды детям. Вот, хотелось такую куртку, пальто. Ну, это, конечно, не российские. Модой правит Париж. Это дайджест с подиумов. Это, наверное, Карден. Модели в Сен-Лоран. И Сен-Лоран. Пардон. Так, Владимир Оберган, вот он. А Игмонда я так и не знаю, как он выглядит.